очень интересное собрание здесь сейчас. Мы находимся около центрального канала белорусского телевидения. Здесь не главное, что кричат сейчас протестующие, они везде кричат. Правда, если они кричат правду, заметьте. А то, что взбунтовались журналисты главной телевизионной государственной компании, и к ним приехала Качанова, глава парламента Беларуси, и пытается их как-то успокоить, это говорит о том, что пошла уже в разнос ситуация. Напомню, что директор завода, на который в понедельник собирался приехать Лукашенко, сейчас принародно заявил о том, что Лукашенко проиграл выборы, и, видимо, в понедельник Лукашенко к нему не поедет. Не знаю, что будет дальше, но в элитах уже намечается раскол. То есть классический вариант революции, когда у президента больше проблем не только с народом, а с тем, что его могут предать. Вот. То, что журналисты его разбегаются, это очень плохой признак. Но посмотрим, Лукашенко выкручивался не с таких ситуаций.